Детские сады детям в регионе продолжают решать вопросы организации дошкольного образования. На сегодняшний день в области 450 муниципальных и 4 частных дошкольных учреждений, а также 48 общеобразовательных школ, в структуре которых работают дошкольные группы. Кроме того, программы дошкольного образования реализуются в 4 домах ребенка и 4 детских домах. В целом, по области, кроме Владимира и Суздальского района, проблема устройства в дошкольные образовательные учреждения детей в возрасте от года до 7 лет решена полностью. В электронном реестре детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, нуждающихся в устройстве, в детский сад состоит 300 человек. Учитывая, что проблема устройства детей в ДОУ в регионе пока полностью не решена, во Владимире планируется ввести в эксплуатацию новый детский сад на 190 мест. Также планируется начать строительство 2 детских садов в Суздальском районе, в селе Сновицы и поселке Боголюбово на 108 мест каждый.